Я сейчас нахожусь в здании Сбербанка России в Праге. Вот, Сбербанк. И посмотрите, под какой процент. Здесь выдается кредиты по 3,9. А вот здесь вот, сейчас покажу, ипотека под какой кредит выдается. Сейчас тут реклама должна переключиться. В общем, 3,9 это, я так понимаю, общий кредит, который они выдают. Если там, например, на машину, там на личные нужды надо взять. А вот 1,75 это на ипотеку. Это если учесть, что у нас в России тот же самый Сбербанк выдает кредиты там по 12-13%. Здесь также можно валюту обменять, но тут не очень выгодный курс обмена. То есть есть обменники, которые лучше. Но факт в том, что российский Сбербанк в Чехии выдает кредиты в 3-4 раза меньше процентов, чем нежели в России. А если сравнивать с ипотекой, то там вообще получается в 5-6 раз меньше.